Сидеть без дела им некогда. Данила Шваб, форму военнослужащего, мечтает примерить с детства. До исполнения заветной мечты еще несколько лет, а пока зарница и упорная подготовка к военной службе. Это как определенная подготовка к армии. Тут всякие азы армейские, с каким акцентом сказать, как лучше сделать, с какой ноги шагнуть, через какое плечо повернуться. Вот в армии, думаю, будет легче. А вот Анастасия Ланцова быть военным не планирует, но азы боевой подготовки, уверена, должен знать каждый. Оттого разбирает и собирает автомат всего за 40 секунд. К этому мы готовились больше всего, не покладая рук, не жалея маникюра. Я просто патриотичный человек, как бы меня с самого рождения приучали к любви к родине, поэтому как бы я очень люблю такие игры. Преодоление полосы препятствий, стрельба в электронном тире, метание гранат и многое другое. Такие испытания для ребят определили организаторы. Ежегодно участниками зимней зарницы в Самаре становится около 40 тысяч школьников с 1 по 10 классы. Радость, победы. Но тут нет проигравших, тут все выиграли, потому что именно эти люди – это наша гордость, и наша перспектива, и наше будущее нашей страны. Соревнования проходят в три этапа. Первый – внутришкольный отбор в отряд, участники уже прошли. Нынешний этап определит лучшую команду в районе и городе. А дальше – всероссийские соревнования, где в яблочко будут целиться только лучшие из лучших. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.